Надежные люди, надежные сети. В краевой столице завершился чемпионат профессионального мастерства среди энергетиков. Он прошел по стандартам международного турнира WorldSkills. Такие соревнования направлены на подготовку высококвалифицированных и востребованных на рынке труда специалистов и популяризацию профессии энергетической отрасли. О том, как отбирали лучших молодых специалистов, в нашем следующем сюжете. Краснодар первый принял участников в профсоревновании и дал старт открытому корпоративному чемпионату компаний «Россети». В этом году он проходит в 5 регионах России. В краевой столице соревновались команды «Кубанинерго», «Тюменинерго», «Удмуртэнергонефти» и федеральной сетевой компании. Состязания проходили на базе учебного полигона Энергетического института повышения квалификации «Кубанинерго». Площадку к чемпионату готовили заранее. Здесь обновили материально-техническую базу, собрали и укомплектовали рабочие места конкурсантов по всем требованиям международных стандартов WorldSkills. Очень много трудились команда энергоинститута, специалисты Кубань-Энерго разных профилей. Мне очень хочется, чтобы ребята действительно доказали то, что они профессионалы в своей деятельности. На сегодняшний день подготовлено все на этом великолепном полигоне на все 100%. Соревновательная программа началась в день торжественного открытия чемпионата и продолжалась в течение 4 дней. В борьбе за право называться лучшими соревновались специалисты эксплуатации кабельных линий электропередачи, мастера по обслуживанию и ремонту оборудования, релейной защиты и автоматики, а также сотрудники в области интеллектуальных систем учета электроэнергии. Все эти три компетенции важны для электроэнергетики, особенно в том ключе, что идет цифровизация, и эти все направления, они очень востребовано. Группа компаний «Россети» эти компетенции поддерживает. К ним присоединяются многие учебные центры, среднепрофессиональные образовательные учреждения, училища, колледжи. И, в принципе, это все показывает на востребованность этих компетенций. Итоги чемпионата подвели 10 августа. Специалисты «Кубанинерго» взяли 2 золота из 3 номинаций, а также завоевали несколько вторых и третьих мест. Победителей наградили медалями, дипломами и ценными призами. Борьба была жесткая. Соревнования прошли, значит, очень интересно. Для себя открыл новые знания, новый опыт. Чему-то новому научился. То есть ребята с других регионов приехали, что-то новое рассказали. Теперь кубанским энергетикам предстоит защищать честь своей компании на всероссийском этапе. Он пройдет в ноябре в Екатеринбурге. За работой молодых асов своего дела в Краснодаре наблюдали студенты. Будущая смена энергетиков. Мы сегодня провели 2 контрольные тренировки. Это по монтажу концевой муфты в 3D-тренажере и реанимацию пострадавшего от поражения электрическим током. Для будущих специалистов такой чемпионат – хорошая возможность перенять опыт и продолжить традиции кубанской энергетики.